В Таразе прошел заключительный этап республиканского конкурса «Забытые блюда национальной кухни». Это первые состязания в стране. Они длились 3 месяца. Главная цель – возвратить забытые старинные казахские рецепты. Это позволит сохранить многовековые традиции, считает и госсекретарь Гульшара Абдыкалыкова. Она тоже приняла участие в мероприятии. Собрались в Таразе представители всех 14 областей и городов – Алматы и Астана. Лучшие повара приготовили на суд жюри блюда с древней историей. Искали рецепты по всей республике. В рамках конкурса прошло еще одно состязание среди дизайнеров в стиле неофольклор. Мастера прикладного искусства показали, как можно использовать национальные мотивы в современной одежде.